Мобильные приемные продолжают свою работу. На текущей неделе приемы пройдут в поселке Раздольном и городе Вилючинске. Граждане смогут обратиться по вопросам ЖКХ, работы управляющих компаний, отлова безнадзорных животных, защиты прав коренных малочисленных народов, торговли, защиты прав потребителей, работы почтовых отделений. С подробным графиком приемов можно ознакомиться на сайте регионального правительства в разделе «Электронные приемные» или позвонив по телефонам 8 800 141 400.